Проблема в том, какой будет следующий парламент. Сегодня, видя социологические опросы, мы понимаем, что в нем будет еще больше политических сил, еще более разнонаправленных. И как они смогут работать? С помощью разного рода социологических опросов просто манипулируют общественным мнением. Я так не думаю. Я думаю, что сегодня Украине досрочные выборы не нужны, потому что они не принесут позитива стране.